В этом видеоуроке мы покажем, как сделать стильные сережки из лоскутов ткани. Нам понадобятся отрезки ткани голубого, бирюзового и пепельно-розового цвета, фурнитурные кольца, швензы, ножницы. Берем лоскут розового цвета и отрезаем полосу шириной 2 см. Наносим термоклей на небольшой участок посередине и аккуратно складываем ткань с одной стороны. Добавляем клея и закрепляем вторую половину полосы. Проклеиваем следующий участок и повторяем действие. У нас получилась тонкая тканевая полоска. Зафиксируем край с помощью термоклеевого пистолета. Сворачиваем полоску, время от времени добавляя клей. Получился такой рулончик. Возьмем кусочек ткани другого цвета и сделаем из него такую же проклеенную полоску. На розовом тканевом рулончике термоклеем зафиксируем край голубой полосы. Аккуратно оборачиваем розовую деталь по кругу и проклеиваем окончание. Добавляем бирюзовую деталь. Протягиваем конец полоски через фурнитурное кольцо до конца. Фиксируем термоклеем. Отрезаем лишнее. Остается только надеть швензу. Прижимаем пальцами, чтобы хорошо держалось. Подклеиваем кончик, если необходимо. По такому же принципу делаем вторую сережку. Наши оригинальные яркие серьги в технике квиллинг готовы стать прекрасным подарком близкому человеку или лучшей подруге. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много классных идей по созданию необычных украшений, которые вы легко и быстро сделаете вместе с нами.